Привет, Самарагис. Я хочу прочитать стихотворение замечательного поэта Геннадия Шпаликова. К сожалению, он очень рано ушел из жизни. Этот человек, как никто другой, понимал послевоенное поколение. Сейчас вы поймете, почему. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по следу, кто меня вернет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой.